Тверской государственный университет будет прикладывать все силы, чтобы достройка нового корпуса не прекращалась и в нынешнем году. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала ректор Людмила Скаковская. При этом она отмечает, что необходимо провести обследование всего здания. Слово передаю нашему корреспонденту. Этот корпус уже не один год печально возвышается в этих полях на Соминке. Здание хоть и не маленькое, но и не стоэтажный небоскреб. Тем не менее, из-за хронического недофинансирования оно давно превратилось в незавершенку, которую теперь надо еще и перестраивать. Когда в 2006 году начинали строить это здание, никто не думал о том, что будут требования к инвалидам, допустим, да, к людям с ограниченными возможностями. Чтобы могли запросто заехать. Да, это справедливое требование, да. Но надо же перестраивать, опять же. И этим список переделок не ограничится. Какие-то материалы, которые были в проектной документации, устарели морально, а какие-то уже просто не применяются. Да и вообще, любое, даже полностью готовое здание, если не эксплуатируется, оно начинает разрушаться. Что уж говорить про долгострой. Так что без перепроектирования не обойтись, и эти работы уже ведутся. В течение этого года мы бы, конечно, хотели сделать так, чтобы это здание не то что не перестраивать, но если, допустим, что-то там менять, то с наименьшими потерями. Очень хочется начать. Ну, конечно, главное – это финансирование. На завершение работ нужно около 100 миллионов рублей. Их должен выделить федеральный центр. Вроде бы не ахти какая сумма, но учитывая, что такие незавершенки есть у многих университетов страны, выделение средств именно Твери будет сродни небольшому чуду. Однако педагоги и студенты не теряют надежды. Равно как и на региональные власти. А вдруг они снова преподнесут подарок, наподобие недавно открытой ультрасовременной университетской библиотеки.